Новость о человеке года занимает лидирующие позиции. Какие еще события из жизни города попали в топ Нур-24, сейчас расскажем. Второй год подряд группа компаний «Сигма» выбирает людей, отличившихся своими успехами. О том, кто получил главную премию «Человек года», читайте на Нур-24. Ворвалась в наш топ новость об аварии. Стритрейсер на Hyundai Solaris врезался в бок внедорожника Toyota. Подробности и красноречивые фото найдете на сайте. Повторение – мать учения. Именно это правило должны усвоить водолеи. Астрологические советы еженедельно попадают в число наших самых читаемых новостей. Плохие условия погоды или все-таки роковая ошибка пилота? Сын погибшего командира вертолета Ми-8 не верит в ошибку отца. Попала в рейтинг и новость о пьяном водителе, который не заметил снегоуборочный грейдер и влетел в него, а после столкнулся еще с одним автомобилем. О карантине и о том, как факел одержал победу над кемеровским Кузбассом, читайте на нашем сайте. А вы бы стали покупать ямальскую консервированную рыбу и оленину в Ленте или Пятерочке? Новость о продаже местной продукции в этих сетевых магазинах на 7-м месте. Снова новость про вертолет. Основная версия жесткой посадки – ошибка пилота. В авиакатастрофе на Ямале погибли 2 члена экипажа Ми-8. Четвертый проигрышный матч подряд и средние строчки в таблице Суперлиги. Ищите на сайте подробности о том, как волейбольную команду «Факел» в сухую обыграла команда «Динамо». Вероника Самошкина, телерадио, компания «Сигма» для Нур-24.